Самолет здесь встречает как долгожданного гостя за полчаса до прибытия. Самая важная процедура – осмотр полосы. Без заключения специалиста борт не сядет. Особое внимание к так называемой зоне касания. Асфальт, разметка, маячки – все должно быть идеально. Главная угроза безопасности – вороны. Полосу они используют как обеденный стол, оставляя осколки стекла, кости и даже консервные банки. Очень много орехов находим. Ну, останавливаем, их надо убирать. Попадет колесо, прокол. Ну, с полосы не сойдет, конечно. Пилот у нас все опытный, но все равно мы за этим делом следим. А это самое секретное и самое главное место на каждом аэродроме – диспетчерская вышка. На этой высоте сидят люди, которые отвечают за безопасность каждого пассажира. Пока самолет находится в небе, они ведут воздушное судно к посадке, регулярно сообщая о любом изменении погоды. С погодой сегодня повезло. Рейс Москва-Саратов сядет без проблем. Первыми самолет встречают пожарные и сотрудники транспортной милиции. После теракта в Москве безопасности перевозок уделяют особое внимание. Проверять стали даже VIP-клиентов. Багаж в крупных аэропортах сканируют тепловизорами и дважды прогоняют через сканер. Пожалуйста, счастливо. Перед очередным полетом первыми на борт поднимаются кинологи. В поисках взрывчатки собачий нюх незаменим. После них самолет досматривает экипаж. В первую очередь шасси. В 90-х в этих люках летали безбилетники. Теперь могут террористы. На борту пилот еще раз уточняет прогноз погоды. Главная новость последних дней – облако пепла из Исландии. Командир корабля уверен, нашим якам он не страшен. У нас главная проблема – зайти на посадку. Расположение с нашего аэродрома на возвышенности, то есть город внизу, рельеф такой пересеченный, поэтому очень сложно заходить на посадку вот в летний период. Сильные южные ветра, здесь и болтанка, и сдвиг ветра, то есть здесь все в комплексе идет. Слаженная работа почти десятка служб остается невидимой. Контроль безопасности занимает около часа. Потом самолет поднимается в небо, а специалисты готовят принять очередной борт. Михаил Терентьев, Валерий Богословский. Новости. Телеобъектив.